Краснодарский край, Северский район, станица Северская, улица Демьяна Бедного, 19, Никитенко Дмитрию Елисеевичу. 11 марта 1946 год, город Саранск. Здравствуй, мой милый друг Митя. Сообщаю, что 5 марта прибыл в Москву, но сейчас пока нахожусь в Саранске. Попал туда по случаю того, что сопровождал майора в отпуск. И сейчас нахожусь у него в гостях. Когда отпустит он меня домой, я не знаю. Но когда буду выезжать, тогда я дам тебе телеграмму, чтобы ты встречал меня в городе Краснодаре. Праздник 8 марта провел хорошо. И этот праздник, пожалуй, останется в моей памяти и жизни на всю мою жизнь. Очень и очень доволен. После узнаешь. Пока, до свидания. Крепко целую тебя, твой брат Николай.